Что, будешь ходить? Сама? Мама. Ну, давай. Готова? Да. Иди вперед. Иди. Я сама. Давай. Иди, иди. Мама, иди. Да, вот эту сильно не тяни, она может упасть. Все не буду. Все не буду. Не будешь? Нет. Все? Ну как? Смотри, как мама может. Идем, я тебя за ручку буду держать. Мама, ты тут. Так, иди. Иди. Больше шаг делай, больше шаг. Вот. Иди, иди. Нравится? Да. Быстрее хочешь? Нет. Это не быстро. Ты еле идешь. О, папа. Еще, наверное? Да. Давай, беги, беги. Это, наверное, тут. Вот так хорошо. Так хорошо? Да. Сама? Нет. Нет? У меня ручки вспотели. Давай, сама. Иди, иди. Спортсменка моя. Вот будем спортом, да, заниматься? Да. Мама и я. Да, мама и ты. Все? Нет. Еще? Мама, я вот так. Быстро хочешь? Да. Беги. Все, хватит. Так хорошо, мама. Она еще не, она пока не. Ты ножки поднимай, что ты прямо это, ну, стучать не надо, просто иди. Пойду туда. Куда? Все? Я держи. Я сама. Хорошо, но оно просто нестабильное. Мама не привертела. Спортсменка моя. Быстрее сделать? Нет. Соня, нельзя вот так останавливаться, надо идти. Я не буду. Все? Да. Нет, нет, Соня. Выходить так нельзя, надо мама, когда выключит, потом, вот видишь, оно останавливается. И потом сходить, поняла? Все? Понравилось? Да. У нас суббота, я уже сходила в душик, мы позавтракали, ну, Соня позавтракала, я нет, сейчас я буду, может... Ой, Соня, ты что это такое? Это что такое? Это что такое? Это что такое спрашивается? В общем, Соне понравилось, она с утра выходит, такая: «О, мама, что это?» Я говорю: «Спортом будем заниматься». Да, Татя? Сейчас я буду... Время сколько? Время... Без вот сейчас. Мне через полтора часа надо выезжать, максимум через полтора.
В два я планирую вообще-то, в два выехать. Мне надо сейчас позавтракать и собрать вещи. Вроде должна успеть. Посмотрим. Ко мне пришла из Зары вот такая вот сатиновая курточка. Симпатичная. Такая прикольненькая. На скидочке я ее взяла. Я вообще-то другое что-то заказывала. И ее случайно там увидела. Думаю, надо взять померить. Мама! А! Вот это Латифа! Что? А это то туда? Куда туда? Она тут, она лавит. Она София, она мама и тут, и тут, и тут. Да, когда ты спала, я разобрала его. Да. Пока ты спала, я эту коробку туда и достала эту беговую дорожку. Да. Ну, мы уже достали. Как вам? Я сейчас маечку. А, сумку. Я думала, супчик, уже обрадовалась. А, такой цвет шампанского, да, розового. И она такая вроде, даже не знаю, что куртка, пиджак, тире непонятно что. И мне кажется, может симпатично смотреться. Правда, не очень понимаю, с чем ее носить. У меня обычно штаны все черные, темные. Надо понять, что вниз. Вот с таким цветом прикольно, да? Но так симпатичная, мне нравится. Так, ну наконец-то мой завтрак в час дня. У меня яичница, огурчик, авокадо и бутики. Приятного аппетита! А, ну, на закусочку будет инжир. Сейчас медом еще поем. Правда? Да. Ты все сама нарезала? Да. Ты, большая уже? Да. Сама, смотрите, весь сыр сама нарезала. Мне дала такой нож для масла, который... А это она весь сама порезала. Все сама. Все сама, умничка. Вот так вот стоит стул, просто незаменимый. Офигенный стул. От с рождения и до конца. И можно вот так подвоить. Туда положить. Туда что положить? Да. Ну все, хватит. А так туда носить. У Сони второй завтрак, как вы понимаете. Она увидела, что я ем яйца, и тоже захотела. Еще. А я подъедаю ее маленькие пастилушечки. Вкусно. В два я хотела выехать, без 23. Я все еще собираюсь, капец. Потом оказалось, ой, стирку одну развесить, а чтобы одну развесить, другую убрать. А мне сумку тоже собрать, а еду убрать, а мусор вынести. Капец. Ну, не могу я планировать время. Итак, зато я уже собралась, накрасилась и отвезу Соню и сразу потом прямиком в ресторан. Итак, вопрос дня на 13 января. Кто из близких вам людей больше всего похож на вас характером? Мне кажется, никто. У меня есть, ну, например, у подруг, особенно когда ты долго дружишь, бывает даже схожие. Вот я замечала, какая-то мимика, гестика, какие-то фразочки, но вот именно по характеру, ну, наверное, что-то у нас есть одинаковое с Сеней, что-то там, может, с Олей, с Мадиной, я не знаю, ну, какие-то, может быть, черты отдельно есть, но я не могу сказать, что кто-то больше на меня похож, мне кажется, мы довольно-таки разные. Надо подумать над этим вопросом. Дело в том, что у меня просто сейчас нет времени очень долго думать. Но я подумаю и вернусь с ответом. Заправляем машину. Отвратительная погода, дождь, пасмурно, ветер. Руки вот это вот ветром обдает, они сразу обмораживаются. Что очень холодный ветер. Потом все вот это трескается, надо все время увлажнять, терпеть это не могу. Так, бензин сейчас €78, грубо говоря. Сейчас посмотрим, насколько у меня выйдет. В итоге я выезжаю в 3, так, на 60 евро, 61. Я выезжаю ровно в 3, 6:30 у нас ресторан. У меня 3,5 часа, чтобы подвести Соню и вернуться. Мама, это Релат. А это... Келлер? Вещи. Да. Давай, Келлер! Привет! Приезда. Заходи. Привет! Здравствуйте.
Она радовалась сейчас так. Ну что, ребят, я уже приехала в Берлин. Мы пришли в этот ресторанчик, в котором я была на днях. Ждем Сеню с мужем. Я мега голодная, мне очень хочется этого мяска. Сеня пришли с Тилу. Тилу закалю. Бат. Danke, das ist gut. Die erste Reihe, da fangen wir auch an. Ist Schweinenacken. Schweinenacken hat Chilis dazwischen, die grünen Chilis. Die sind nur da, um ein bisschen Aroma abzugeben. Die sind sehr scharf, bitte nicht essen. Die zweite und dritte Reihe ist Kalbsfilet. Und wir reden zum Schluss unbedingt mit den Händen. Die Reihenfolge ist sehr wichtig. Доброе утро, ребята. Новый день. Я проснулась, я выспалась, спала полдня, реально полдня. Сейчас позавтракала. Я у немца. И сейчас буду монтировать вложек. И сегодня у нас воскресенье. Просто хотим почилить дома. Он там уже готовит еду. Сегодня на ужин будет у нас фаршированные перцы. Вот, я как-то делала свои, ему понравились мои. И сейчас попробуем, как на вкус его. Мы вчера после этого ресторана с мяском пошли еще дальше, пошли в другой ресторан. Встретили его бывшую, очень бывшую, которая, ну, не знаю, он ее уже 100 лет не видел. На улице у нас пасмурно, думали погулять, но холодно, моросит. Лучше дома. Вкусно поесть, вложек, фильмец. На чили. Маленькую кнопку. И что, будешь работать? Да. Ты программист, что ли? Иди, бабуля, лечать. Хорошо. Привет. Ты уже поработала? Нет. Нет. О! Один на день. Да? Ой, 4-5. 4-5? Вышел зайчик погулять. Ты глазам близко не надо? А то ты так поработаешь один день, а потом заболеешь. Сиди. А это то? Это заряжать, когда разрядится туда. Проводок вставляют. А это у тебя? Ты что ли свой блог делаешь? Готово. Готово? Можно будет теперь посмотреть его в интернете, да? Ты нам покажешь? А поработаешь, потом домой поедешь? Угу. Или полетишь? Полетит. Полетишь? Да. Угу. Еще. Сейчас перевернешь. Я? А тут? Все, а ты выключила свой компьютер на работе, да? Вот и туда. Кто вперед? Все, давай. Вперед. На, вперед. Пяти. Я ношу. Большим, ну давай. Попа. Попа, хвостик. Ой, так это у нас получилось, знаешь, кто? Не божья коровка, а какая-то мышка прибежала, да? А, мышка прибежала, сейчас будет себе норку ловить. Там все не отоносит. Вот там, да? Там будет бегать по дорожке. Еще раз. С другой стороны рисуй, где не отламывается. Там не будет ломаться, пока. Ну, пока-пока. Вот там. Да, а там будет все время отламываться у тебя. Ну ты же специально ломаешь. Ты надо ездить. Угу. Все. Все. Ты, бай-бай. Бай-бай. Ты что готовишь-то? Петя. Место? Угу. А чуть-чуть. Да. Для турнира? Угу. Атала. Это моя буковка. А я вот белку собираю, мне в конце нужна буква А. Соня, ты просто буквы А будешь собирать? Ты их знаешь, не надо. Я буду искать себе, в которой мне нужны буковки. Это еще не буква А, моя. Ну, я буду искать. Вот я. Так, еще в этом влоге мы ответим с вами за 13-14 января. Итак, на 13. Кто из близких вам людей больше всего похож на вас характером? Угу. Из близких, из родственников или из друзей? Что-то такое же уже было, господи. А,
Ребят, это уже было. Я вам еще сказала, что я не могу на него ответить, но обещала подумать, но я еще не подумала. Какой цвет, точнее всего, описывает ваше сегодняшнее настроение? Цвет настроения черный, честно говоря, или темно-серый. Как погода за окном и как настроение? Такое воскресное, сонное, сплюшное, ничего не хочется делать, вот такое вот настроение. This is tomato sauce. Very good. Синий уже. Еще чуть-чуть осталось. Чуть осталось? Еще один осталось. Еще один остался. Вот, может, нет, тарелку нарежешь? Нет, это мой. Ой, печь. Хорошо. Это салат. Салат? А это печь. Это... Ух ты! Красивый а какой это, салат. А это сок. А это сок? А это тать. Чай там заварили. Чай там тебе? Там синий тать. Там синий тать. Синий чай? Ух ты. А это был салат. Деда тоже салат. Деда тоже там салат? Там тоже салат решать. Да? Тоже будешь мне салат делать? Ага. Деду розовый деда, и синий. Эту. Вот эту? Эту? Ага. Хорошо. Бабуля и эту. А, это бабуля. То у меня будет бабуля клубничный чай. Салат. Чай. Вот моя тарелочка. Нет, это мой. А ты себе режешь? Да. А деду? Потом. Потом? Да. Хорошо. Ну ты не мешай, вот сюда режь, в эту тарелку, в другую. Нет, это мой, это салатчик. Ты салат делаешь? Да. Ты должна помочь. Помочь тебе? Да, надо? Я устала кушать. Ты устала нарезать? Ты салат делаешь? Да. А так пойдет? Может резать? Нет, так хорошо. Ну, хорошо, если так хорошо. Ух ты. Я говорю, салатные листья рвут, они режут. Да. Клубничка. Клубничка? Угу. Ух ты, какие красивые салатики у нас получились. Это наши ароматные. Хватит? Хватит, спасибо. Тут, ой, спасибо большое, какой вкусный салат. Так, а деду какой будешь делать? Это синий и вот этот, да? Хорошо. Какие ногти. А синий. Прям как у мамы, да? Ну, нам еще розовый сделаем. Вот сюда поставь руку. Вот и делай. Спасибо. Ух ты, ничего себе. Давай. Зеленый. Зеленый. Делай зеленый. А не красиво это. Не, ну да, делай. Зеленый. Зеленый, синий и зеленый. Вот еще зеленый. Минуту. Раз, розовый. Туда и туда. Ну, давай. Там синий, а там розовый. Вот, вот розовый. Бери, делай. Вот. Вот розовый. Угу. Зеленый. Вот синий. Ты хотел сюда. Ну и ну, какой маникюр, Соня. И там, Татаси. Там не на силу, он не хочет. Надо обе руки делать? Ой-ой-ой. Ну-ка, покажи-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, сейчас она не хочет. Васечек. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Разве в садик так можно приходить? Она мама, она же сказала. Мама. Монтирую этот вложик из выходных, суббота-воскресенье. Хочу его закончить и попрощаться с вами. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Мы увидимся в следующих видео. Всем пока!